Двое рабочих появились на остановке утром. Для того, чтобы провести ремонт, им потребовались плитка, песок, цементный раствор, лопаты и киянка. И, конечно же, умелые руки. Уже к обеду работы были завершены. Теперь выходящие из автобусов пассажиры могут не бояться запнуться и упасть. Взвалили 3 метра, положили нового камня, короче, и брусчатку. Сломалось это все по вине бульдозера зимой. Это все. И вот сейчас проведена замена, значит, опорных камней и переложили. Остановка у речного училища единственная, которая ремонтируется в этом году. Следующими объектами в рамках муниципального контракта станут тротуары с плиточным покрытием.